Район улицы Жигура преображается. Там уже появился новый сквер с качелями и шахматными столами около дома номер 2. А совсем скоро на месте трамвайных путей появится еще одно место для прогулок. По национальному проекту «Жилье и городская среда» продолжаются работы по благоустройству территории в районе домов Жигура 246. Уже выполнены работы земляные. Сейчас ведутся работы по обустройству пешеходных дорожек и укладке брусчатки. Здесь появится пешеходная связь, лавочки, мафы, качели, освещение, также озеленим территорию. Появятся парковочные места. Работы планируем завершить в сентябре. Благоустроить территорию можно по национальным и региональным проектам. Так, на Тобольской 10 появится новое общественное пространство по программе «1000 дворов». Артем Белов, Диана Иванова. Новости на 8.